еще один вопрос при этом задают. А что нужно сделать, чтобы для того, чтобы утвердиться в самбандха-гьяне? Нужно очень глубоко познать Бхагавад-гиту. Но я бы сказал, читайте книги Прабхупады. Как раз это относится к самбандха-гьяне, основе основ, без которой практика не сработает, слабая будет. Ну, практика будет напоминать огонь с огромным количеством дыма. Вот это сложно очень будет. Поэтому книги Прабхупады читайте так же, как к джапе относитесь, так же относитесь к книгам Прабхупады. На одном уровне. Тогда, я думаю, будет успех полный. Это наше как бы спасение книги Прабхупады. Джапу никто повторять не умеет. Ну, по большому счету. Да, тут предкорректируют вопрос, как понять, что ты утвердился в самбандха-гьяне. Когда утвердился, вопроса не будет. Об этом не беспокойтесь.